Весна – пора обновлений. Не случайно именно в это время в столице республики проходит экологическая акция «Сделаем город чище и зеленее». Чистый и ухоженный город – залог хорошего настроения. Так считают жители Чебоксар. По всей столице Чувашии в массовом порядке убирают оставшийся снег, очищают город от мусора, скопившегося за зиму. Очередной субботник прошел и в Парке Победы. А граблями и лопатами вооружились сотрудники Министерств Чувашской республики и столичной мэрии. Раз в квартал, весной, осенью, мы всем нашим дружным коллективом выходим убирать, благоустраивать территорию нашего любимого города. И своим собственным примером, в том числе и для молодежи, показывать, что труд, он нужен, что он облагораживает человека. Совершенно хорошая традиция всем выходить и облагораживать то место, где ты живешь. Это и культура воспитания детей, и в принципе формирование того отношения, которое наш город, столица Чувашской республики, безусловно, заслуживает. Предприятия ЖКХ тоже не остаются в стороне. В течение всей экологической акции работники управляющих компаний убирают дворовые территории. Еженедельно на городскую свалку вывозится огромное количество мусора. Как признаются дворники, работать приходится практически без перерыва. Жильцы неблагодарные. Очень нарушают. Мы убираемся только что. Сами вытряхивают коврики, там и пылесосы. Невозможно, конечно, жильцами работать. Очень. С ними тоже надо собрание провести. Потому что они должны чисто там, где не ссорят. Огорчение коммунальщиков можно понять. Не везде еще жители инициативны. На субботники их приходится приглашать. Управляющая компания будет обеспечивать непосредственно инвентарем. И совместными усилиями нам удастся навести полный порядок на подведомственных территориях, на детских площадках. Надеемся, что прилагаемые усилия будут радовать не только наше население, но и гостей нашего города. Мероприятие по чистке дворовых территорий, парков и скверов – это лишь часть весенней работы. Улично-дорожная сеть также не осталась без внимания. Остановки общественного транспорта, дорожные знаки, дорожное ограждение – все это приводит в порядок работники АО «Дорекс». Специалисты считают, что экологические акции имеют большой воспитательный эффект. Хотелось бы, чтобы и подрастающее поколение прирастало в чистоте. Человека можно воспитывать только в чистоте и порядке. А чистоту надо наводить со своей квартиры, со своего подъезда, со своего двора. Это нам посильно. В рамках экологических мероприятий запланирована и очистка мест несанкционированных свалок. Их в Чебоксарах благодаря нерадивым жителям накопилось немало. Если бы это они вывезли на легальную свалку, это бы обошлось бы 200-300 рублей. Но они решили выкинуть здесь. Что придется делать с этой несанкционированной свалкой? Придется вывозить его. Город на это потратит немало денег, хотя и это деньги можно было потратить в других целях. Чтобы Чебоксары всегда оставались самым зеленым городом, во всех районах столицы республики будут заложены новые скверы и аллеи. Планируют высадить около 10 тысяч деревьев и кустарников. Посадки начнутся в конце апреля. А в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы особое внимание уделят Парку Победы. Здесь покрасят военную технику, установят новые цветочные композиции и обновят тротуары.